В Институте ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета прошел карьерный форум «День энергетика». Впервые он собрал представителей атомных электростанций из 8 регионов России, в их числе Курская, Запорожская, Ростовская АЭС. Благодаря форуму студенты смогли познакомиться с будущими работодателями и определиться с местом работы. Ребята, которые планируют трудоустроиться на АЭС, заключат с предприятием целевые договоры. Есть такая классная у нас форма взаимоотношения, целевое обучение, когда студенты с первого курса, они знают, куда пойдут уже работать, при том, что они будут успевать, конечно, правильно учиться и сдавать экзамен. То есть мы их знаем, мы их по фамилии знаем, мы с ними общаемся. Вот сейчас я приезжаю, буду обязательно встречаться со своими студентами, которые к нам придут. Потом они приходят к нам на практику, приезжают там на полгода и учатся с нами, и работают. Это уникальная возможность познакомиться лично с работодателями, с условиями работы и выбрать себе уже будущее место работы с предоставлением комфортабельных условий и с большой заработной платой. Помимо перспективы дальнейшего трудоустройства по целевому договору, студенты будут получать материальную поддержку от предприятия в виде ежемесячной стипендии, которая каждый год индексируется. В планах на будущее, соответственно, да, устроиться на атомную станцию, там работать в дальнейшем. Пока что нету целевого договора. Ну, пришел на форум, соответственно, чтобы посмотреть возможные варианты. Для меня важна еще геолокация, потому что далеко уезжать от дома, от Крыма я местный, не очень хочется. Ну и получается, этот форум мне позволит выбрать что-нибудь поближе и поинтереснее.